Когда речь идет о названии области, то мы указываем без окончания, да, название области, края, региона, ну, то есть любой субъект, территориальный субъект Российской Федерации. Но когда дело касается района или округа, то здесь мы делаем транслитерацию с окончанием Чкаловский дистрикт или Ворошиловский дистрикт эри. И я тоже уже видела вопрос в ваших анкетах, как лучше отображать область транслитом, да, ну, область, край и остальные наименования субъектов Российской Федерации, либо переводить на английский язык. И здесь также два лагеря переводчиков. И я склоняюсь все-таки в переводе учреждений указывать перевод. То есть region, если это область, край, territory и так далее. И потому что на сайте Совета Федерации у нас есть на английском перечисленные эти территориальные субъекты на английском языке переведены с применением реалий на иностранном языке. И так читающему будет более-менее приятнее читать вместо вот этого всего область, край и автономный округ, ну, потому что это, ну, немножко, ну, сбивает с толку, и мне кажется, если есть официальный перевод на официальном сайте Совета Федерации, то ничего страшного, если мы будем переводить. Также артикль «the» в переводе субъектов Российской Федерации, но в любом случае вы, наверное, знаете, что географические наименования здесь «the Russian Federation», для региона, края и так далее «the» либо применяется, либо нет. Когда у нас, например, в начале документа есть, например, какие могут быть этот документ? Город Москва и дата. Ну, в основном это может быть справка с работы или еще какая-нибудь справка организации, да, то мы указываем the city of. Когда город указывается в части текста, в каком-то предложении, то мы уже можем сократить это просто такой-то city, такой-то village, такой-то settlement. Давайте сейчас тоже поработаем на выбор подходящего варианта. То есть вот у нас есть межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 10 по Ленинградской области. Какой вариант вам больше нравится? Не то, что вам больше нравится, а какой верный? Да, все правильно, второй вариант, потому что inspectorate — это учреждение, а inspection — это сам процесс проверки. И потому что в мультитране иногда бывают неадекватные переводы, и, соответственно, нужно, ну, выбирать, проверять правильный вариант перевода.